Всем добрый вечер. У меня вырубило свет. И вы знаете, короче, когда вырубило свет, понимаешь, насколько ты привязанный ко всему. К ноутбуку. И вообще ко всему. Хорошо, что у меня свечки запасены. Я ж темноты боюсь. А почему боюсь темноты? Потому что мама все время ходила в ночную смену. И я всегда жутко боялась. Я всегда либо включала свет по всему дому. Ну, короче, я очень боялась. Потому что за окнами неизвестность. Ну, хотя тут квартира, как бы. Но все равно. Просто темноты боюсь. И сколько мне не говорили, да что там бояться, а что там в темноте. Да там никого ж нету. Все равно страх не уходил. И уже мне, короче, почти 40. И все равно страх остался. Только что съела две конфеты с вишней, с этим. Ну, вишня в шоколаде с алкоголем. Так опьянела чуть-чуть. Что-то мигануло, мигануло, раз мигнул свет, а потом второй раз уже совсем. На улице есть фонарь. Спать вообще не хочется, но придется. Ну, у меня и то есть в телефоне интернет. Но он так не тянет. И телефон может разрядиться. Да если до утра, короче, будет такое, то холодильник разморозится. Короче, хреново без света. Не, ну привык, если б со временем. Но сразу так хреновато. И тишина. Просто тишина. Нет, там несколько соседей хлопнули, вышли, наверное, подъезд. Ну, я так выглянула в глазок, так там темнота. Доброе утро всем. У меня такой вкусный салат. Крабовое, пекинское и яйцо. И с подсолнечным. На улице снежно. Сейчас сделаем кофе. Пью вот эти вот капсулы. Диетичная добавка до рациона. Окувайт комплит. Для глаз. Уже несколько ночей мне снится вода. Какой-то водоем. И я, короче, сегодня снился еще и поезд. Как будто я забирала вещи свои и всего класса вроде. Вроде месяц назад мы ехали, позабывали там вещи. И я за всех забирала. Вот такое вот снилось. Чашечка кавы.
со сливками. Что такое? От майонеза. Ням-ням. Привет! Давно уже не было зеркальных видео. Собралась я. Сегодня у нас Рождество, и я собралась с кумовьями. Сначала в церковь вроде, а потом в пив-бар. Одела шубу, хотя я не люблю шубу носить. Но надо ж куда-то ее носить. Ну, просто она выглядит приличней. А тут тонкий шарфик. Потому что я подозреваю, что мне сейчас будет жарко. Ну, потому что она такая жаркая, что в ней просто паришься. Ну, просто в шубе прикольно, еще под платье. Я одела тут платье. Такое черное. Как бы в шубе я, типа, уже девушка, а в курточке в этой женщина. Накрасила же глаза. Думаете, все так просто? Вот так вот. Все, своей любимой сумкой. Надо собрать коллекцию сумок с разных стран Европы и Америки. Штатов. Со штатов. Ладно. Пока. Красивые сосульки. Кому-то на башку. Как гебнуться. Ну что, заждались? А я бухала. Понятно вам? Короче, ходили на дискотеку. Танцевали. Пили пиво. Я такая пьяная вообще, не знаю, как я завтра себя буду чувствовать, но у меня есть поляна квасова. Короче, наквакались, потом куме стало плохо, и пошли домой, старушки и старичок. Короче, кум, кума и я побыли в пив-баре. Я его поставила на зарядку, а он, зараза. Ну, короче, вы поняли. Пили, танцевали. Мне нормально, куму нормально, а куме херово. Ну, вот так вот вышло. Ну, шо ж ты сделаешь? Короче, пью поляну квасову, хочу спать. Но не знаю, что-то я не хочу спать. Ладно, все. Пока, сейчас выложу это видео, уже 1:30. Не знаю, кто его увидит, но может кто-то увидит. Если нет, то завтра минералка вылазит. Напилася. Напилася я пьяна, не дойду я до дома. Довела меня трубка дальняя. До вишневого сада. Я когда-то в конкурсе участвовала в каком-то пионерлагере и пела там на концерте. Довела меня трубка дальняя до вишневого сада. Там кукушка кукует. Когда бухнешь, хорошо петь. Мое сердце волнует. Кстати, сосед кто-то гепнул дверями. Расскажи-ка мне, подскажи-ка мне, где мой милый ночует. Все. Спать. Спать.